Все, Симон, вижу. А что там по ребуту-то обещали, ты не договорил? Ребут 18 вроде как. Ну а что по ребуту? Минус 7% хп в Целкагере. И Вилаша в танка сразу. Не знаю, затанчим мы с тобой вдвоем ребро или нет. Спека террарника. Давай на всякий случай спекнем. На всякий случай. А, потом как переоденемся еще, может, побольше. Да, суманете. Короче, анреального нет и на стресса. Малифициста суманул. Чек на АФК. Пошли трэш бить. Бигдэмэш, вы сходили сегодня за ТГ? Нет, конечно. Он не ходил. О, этот самый, расшарьте квест на ребро, пока мы его не ебанули. Кто-то же взял по-любому. Я не взял просто. Прием, прием. Квест на ребро расшарьте, у кого есть. А мне есть мне ребутнуться надо. Я на Джаракс собрал. Сейчас ребутнуться. Тут нет тоже ловушек? Да, нету. Так, мы у ребра. Те, кто там АФК были, подходите. Давайте тут шкаф, релогайтесь. Машьтесь, пейте, ешьте. Столик ставьте. Тикайте на сумон.
тогда ты каски обновил, а я кулаки им попил 7 раз. Ну, квест на ребро нормально. Там кто офнутый, сейчас еще на ребро дадите кому надо. Но стресс принимаешь. Стой. Я ж тебя люблю. А ровист у нас будет только в клане? Не знаю. Написал. Мне в личку просто. Ой, да сейчас сможем квесты сделать на этот, на ШМ, на профи, Ване и Синдре? Кто делать будет? А? Кто делать будет? Манифест. Ну пока что, короче, в 4 хила побудьте, пускай Киса Энхам будет, потом в 4 справитесь. На Лане, там на Синдре уже спекнется. Я в хиле. Так, Саня на стресс. Роль рейдер есть, новичок нету. Он новичок, он это что увидел. Еще раз проверка. У кого банки на танка есть на хп ЛКшные? Это у меня последняя была, я на 2 часа выпил. Ага. Ой, нормально. Хватит до конца РТ. Акиса и Викторка готовы? Акиса. Сейчас я ману отопью, я переспекался. Давайте Геру. Слушай, там выходите, не забывайте. Надо быстренько все это закончить. Сейчас ребро убьем, сразу же 3 шмотки разролим и пойдем дальше. Равис 21к дает, Зукли 19. Вообще жестко. Акиса 20-ку почти. Да что-то как-то мультик резко стал на 1200, а полторы больше стал дамаж. Хотя никаких этих не было. Анонсов. Сейчас что ребро немножко в центр пойдет ребро, и потом отвернем. Все, к звезде сбегаемся. Вставайте за спину. Как сдох Синтек? Лужи, что ли? Вадикон, резай Синтека. Подрублю стрим тем, кто на замене. Bonestorm cast.
Going spike cast. У него, блядь, в гере столько хп должно быть, сколько в обычке. Давакин, это новый челик какой-то, да? Да. Было бы круто, если бы два ханта имели шипешника или сову. И два вара еще тоже. То... А есть сова. У тебя я знаю. Ну вот если ты, допустим, 14 даешь, то на приколе дает 8000. На приколе, на приколе. На приколе. Я с таблички эти закрою. О, блин, тролль. Ух ты, чё упал? Так. Бринтроль. Какой на этой неделе квест? Кому надо бринтроль? Не знаю, еще. ДКшки. Ну, кто повыпошит, может. Какой-нибудь ДКшник. Какому ДКшке надо плюс в рейд? Вилаша 50%. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие... Панцирь. Меткость крит. Беспонтовый. Это на распыл, наверное, да? Рарнику. Закину. Сапоги. Так, Вадикон на офф. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Арник, что так далеко ушел? Кровь, что пульсирует в жилах. А сколько не было, да? Говорит о вашем несовершенстве, вашей... А куда побежали? Умирать они побежали. Снимите меня. Лут постоянно забываю, блядь. Так, прислужник. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот. Я тут помощника в сторонке потанчу. Помощника убейте, тут сейчас милики взорвутся. Так, первый Т4 дал. Хилы, давайте, и башим. Бисер на хп зачитай. Манны нету, и надо им залить. Давай Т4, ваш. Профитнее, конечно, вот этого добивайте быстрее. Где кружок Рарник
где звездочка Войт и Вилаша, мой с лестницей и ближний к лестнице твой возле босса и центральный. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Два ханта, две роги напуливайте на рарника в кружке, три моба. Чек на пул. Можно по одному руке? А, все кинули. Поплайт. Синтек, дай ему иннер от КДшится. И Вадикон тоже поплайт у иннер. Синтек тоже закинь. Все. Давайте пуляйте. Во время боя разбафаем. Так, выходят мобы. Кособокий фантик разъебываем. Заебись, ебашим. Контролим кота. Постарайтесь обновить вихрь, чтобы он не сдох. Нормально. Трэш 7 секунд. Готовимся бежать на трэш. Идем на трэш. Так, тут моб, по-моему, РДДшный, вот этот воскрешенный петух. Поставил треугольник на него. По-моему, РДДшный, вот РДДшники его залейте. Чё там? 9 лямов. Так, стопните по боссу. Готовь, сейчас трэш разъебем и потом будем уже переводить. Все, давайте Геру. Первые 4 на пула на Войда. А, даже в контроле були, да? Просто були на 30 тысяч. 58, не 30. Ничего страшного, нормально. Следующие 4 на пула на Эвилашу. Эвилаша можешь таунтить, забирать. Все, набиваю агро. Контрольте сову. Кинь вихрь на всякий случай, эровист. А, он не в дисе. Все, следующие 4 на пула на Войда. Следующие 4 на Вилашу, все забирай, набивай игру. Дай Т4.
Ведикона спасли хотя бы. Spirits. Там наверху, когда портанетесь, со флагами трэш убейте и дракона не пуляйте, чтобы это... Короче, сначала мелкий трэш ебаните. Он 10 секунд заливается. Резайтесь. Белунг на распыл. Если кому-то надо, будет урарника. Аниксовое жерелье. Так. Тоже на распыл. Если кому-то надо, урарника. И вот эта параша с критом тоже на распыл. Все, бежим дальше. А сколько нету, да? Да ебаные. Блять, какой кретин придумал за ОД давать ГП нахуй? Это же пиздец. Дичь ебаная. Все, телепортируемся. С этих вроде ничего не падает же. Я имею в виду боешки. С этих трех мобов. Вроде нет. Все, погнали на корабль. Так, и Вилаша на нашем. Рарник, может, уже в ретрика. Я туда попрыгаю. Берите все ранцы. На нашем корабле могут остаться два роги. На пулете на Вилашу. Все остальные летайте туда. Чем быстрее будете мага убивать, тем быстрее пушки будут стрелять. Тем быстрее босса убьем. Зукля Эйя. Ладно, запускаю. Интересно, сколько мы на сурке дадим? 330 дадим? В 4 хила? Если будет 340, будет хорошо. Я думаю, это где-то 330 будет. Короче, я 330 до 340, думаю, цифра будет. Сейчас посмотрим. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, я рекаунт смотрю. Общий ДПС рейд, давай. Так. Я уже полечу, на эту хуйню встану. Хилы видно звезду, да? Все, можете перелетать на тот корабль, уже ждите мага. Все там разъебывайте. Вот колдуна разъебываем. Чем быстрее его разъебете, тем быстрее пушки будут стрелять, тем быстрее мы с этого босса уйдем. Вот. Все, и остальных. Колдуну вот этих, которые стоят там, всю эту петушню.
Так, Випси, ничего у тебя там с ДПСом в ШПшнике? 4-4 нету, что ли? 4К ДПС. Ты что там, не вешаешь трэш? Не. Надо на сурке посмотреть, сколько дашь. Десятку дашь хотя бы? Десятку дам. А сколько у тебя Т4? Два куска есть? 4 куска. А, 4? Так ты должен 15-ку дать. Минимум. Ну, у меня нет одной треньки, кольцо хиловского и полшмота хиловского, блядь. Это все фигня. Ну, посмотрим. Так, что там? 34 стака, что-то долго стаки у него копятся. Ну еще один, наверное, маг будет. Мы уже зубы сдали, ничего себе. Так, кровь вампира отдал. Еще будешь стоять, да? Да. А сейчас уже пушки-то бьют. Добивайте. Нас портанет с этого корабля. Ну, вверх или у тебя. Все, дал незыбку. Че там, 90 тысяч, давайте, добивайте. Вон он. GG. Ну че за чива? Один раз прилетели. А чего, мы мощные. Крутые получается. Так, сейчас позырим, что там выпало. Труба? Не, труба не сидит. Я шучу, шучу. Параша полная выпала, блять, на распыл. Распыл. Ну ничего, сегодня смотреть. Вот это перчатки артиллерии, что там, скорость, меткость. Кисти рук надо кому-то вообще? Если надо, короче. Это... 10%. А, вон там кто-то поставил. Кто там, кто 10% поставил? Плюс они в рейд. Я рарнику закинул. Уже передумал. А, передумал. А чё, эта монета канает на танка? За неимением ничего. Ну, канает, да, и там левел поднять. Сапоги тоже вроде никому не надо. Ну так за неимением ничего, естественно, канает. Там, по-моему, всё. Да, канает. Если прям триник нету вообще, то есть пустое ухо, то, блядь, вставляешь, конечно, монету. Так это уже готово, да, монетку и плюс чешку одеть на мишку. Слушай, они переделали, бафы не спадают, нихера себе. Ну, да. Починили, огонь. Так, этот ФДК готов, все, запускаю сурка. Пал тогда первая частица твоя на метку. А чё, как у рарника за 10 забрать тогда эту триньку? Ну обмен ему кинь, да и забирай. А кому она нужна вообще? Я навара на успех. Третье ты дело. Гонишь, что забей, не бери ее, это не. Собирай бесплатно, нахуй, похуй, это зову по полу. Да у меня тут нихуя нету. Пускай что-то будет. Говнище, кажется. Так, первые на пулы на войда сдаем, и все, и дальше похуй. Хочешь частицу первую кидай, если тебе нравится. Да, просто да, выкинь. Нигера, тут вообще пофиг. Тут все отвлечивается такое. Я очень обрадуюсь, если больше 340 будет 3 ДПС. Там Акиса, считай, 20-ку дает.
От 340, так. От 330 до 340, думаю, будет. А киси на 20-ка. И в 5 давай, хилов 3... у нас 310 было. 350 будет, пусть. Давай посмотрим. А узнаем. Геру, Геру. На кисы Геру. А ты парависту что ли давал? Вилаша. Я сейчас, короче, на него нажал истерию. Ну что, две истерии слили? Забрал? Вроде тебя бьет. Нормально. Да ебаный в рот, блядь. Где Сурок, нахуй? А чё он сдвинулся вообще? Или мне Так, ДПС у нас есть еще 314 держится. Это говорит о том, что ДПС залупа. Так что все проспорили. Учитывая, 200. Учитывая, что Акиса дает 20-ку, блядь. Так, забери там, он меня сейчас бьет. Ага. Оп. 20 тысяч вычитываем. Получается... Получается, блядь, сколько? 300 тысяч, короче. На бисере, надеюсь, частица есть. Вот на 2-соску еще частицу. Короче, даю незыбку на вас. Вилаша, продлевай Т4, давай. Да. Днище какое-то, да? Ну а чё, на приколе 11 тысяч, випсинь 12, ФДК 13. Ну так я и не ДД. А можно 12. Я твинком пойду? Вот называется, что это такое. Ну а кто тут твинк? Не знаю. Вот я тоже не знаю. Чё они такие слабые? Не, где ты ещё? Мульфицист получше одет. Вот тебе 2 вара надо, чтобы тоже 20-лик давали. Синтекс 100%. Ровист 50%. Как вам делить шмот этот? Синтек в хиле, ровист кот. Коту, конечно. Синтек, что скажешь? Он промазал. Так тебе ровис не надо их? Мне отдавать синтеку? А, ты на чешку будешь? Фурик еще есть за 50. Синтек. Фурику или тебе? У Фурика, ну-ка, сейчас какие посмотрим. У Фурика 260 и крит РП.
Что тебе на форику упадут запы, что тогда и ты их поменяешь, эти запы, не тебе смысл от них тебе. Ну так что, мне на успека дать или челику апнуть курика? Или кота вообще апнуть? У кота что там? 245-й? Не, в пизду, я коту отдам. А там был этот осколок? Нет. Пиздец. Вообще не падает, уже 4 босса и нет. Ничего, выпадет еще. Два покорителя. Т-10. Так. Так, два носка и маг по 10% и синтек. Синтек тебе к спеху или магом надо? А дай синтеку тогда лучше. Так. Пусть он там собирает сову или что. Это два носка сказал? Угу. Так, и второму тогда магу, вторую одному. А, это, Равист пишет, что он мискликнул и хотел за 10 взять эти штуки. Я знаю. Запы. Он просто сказал, чтобы передать тебе. Поэтому я говорю. Я бы отнял 80. Вход в 245-м ходит, что за фигня? Пускай в нормальных запах ходит. Что-то Валька, сука, близко летает сюда. К этому, блядь. Огонь. Зато перед лечом не спули моё. Да. Согласен. Сейчас, кстати, напомнил мне эту хуйню. Сейчас мы еще вторую убьем. Стойте, никуда не уходите. Сейчас я ее словлю. Где она? Тварь эта. Вот она летит. А, она улетает. Тварюга. Ладно, бейте пока вон тех двух пидоров. Я подожду Ваньку тут. Баешка лежит. Так, баешка. 2000 голд, наверное, стоит. Так, поворачивайтесь и пуляю Вальку. В нее переключаем ДПС. Нормально. Сука, тварь успела призвать. О, теперь нам не грозит пул валик, когда на леча пойдем после синдры. Ну что, дождик начался. Тут еще одна, по-моему, винтовка. Угу. Сука, я забыл, блядь, вот этот ебаный. Там где-то внизу, говоришь, да? Не, вот лежал. Вот лежит. Сейчас пойду сбегаю, посмотрю. А где квест? Квест, может быть, на синдром, может быть, на лану. Что-то не видать. А где ты, говоришь, лежит? Что-то не вижу. Не было, была там где-то. Ну вот, мстительный какой-то тут. Колокол лежит. Ага, винтовка в натуре вторая, охуеть. Винтовочный рейд какой-то. Про товаров буду делать, блядь. Два штуки сразу можно сделать. Проходка нет, ну это круто. А ты сколько ДПС даешь? Десятку хотя бы даешь? Колокол. Это уже наверху, да, синтек? Колокол наверху, да. Посмотри там, какие боссы у тебя не убитые. Так, это...
Рарнику. Распыл. Колокол. Какого-нибудь хила. Нихуя себе, у меня гром хуярит. Слышно, да, что у меня гром стукнул? Нет. Нет? А, ну хорошо. А ты далеко живешь? Ты где там? Новосиб? Да. У нас в Красноярске тоже хуярят сейчас гром. Прямо сверкает все. Подходите сюда в центр, собаку бить. Цепухи эршамовской не хватило. Ладно, на следующее истребление тогда дам Т4. У меня игра нахуй вылетела, так что я захожу обратно. Давай. Вонючку. Проф такой смешной. Особенно в геле. А. Да наркоману. Видел я просто, как вы его проходили, блядь, это пиздец. Смотрел, да, ролик? Да. Ебать. Как мы вайпались, блядь. Так еще вайпы еще похлеще бывали, вообще жесткие. Кулак по шманам. Там палы как-то сообразите, там кто-то с четырех палов. Давайте, чтобы кулак по акисе был. Он в энхе. Хуярит. Есть джипс? Так, там челики бегут. Давай, Викторка, ебани шкаф, два тела сумнем, а то они пока бежать будут, мы уже пульнули. Вон джипс, берите реги там, чинитесь. Тыкаем. Вон цента сумну. Бафайтесь, отпивайте, вот по лайт ты стоишь, пей ману, садись. Ресай как-то, клятву нажми, вот. Еще ману одновременно, во. Смотрите, главное, это метки ставить не буду, лево-право, ну вот примерно здесь и примерно там, и примерно под боссом. По три спорки сбегаетесь там. Вот давай, метки ставить не буду, давай, это будет у нас синтек, кружок и бисер. Ромбик. Вот два хила. Встаньте, вот синтекс слева, ромбик вот здесь вот. Три споры. Одну в синтека, одну в этот. Примерно так и запомните. Там уже после этой гнили будешь забирать. Принимайте готовность. Малифицис даю счет. Я понял. Рави, стрессай его. Четко. Равис не в DC. Синтек кресни. Сразу забафайте его, он сдохнет сейчас. Вот споры. Одна тут, одна там. Ой, одна под боссом. Геро будет? Да, давайте геро.
Так, под боссом есть там? Ага, вижу. Так, сейчас по Войду начинайте больше хилить. Прям нон-стопом кастуйте, запало. Он после этой гнили уже будет забирать, у меня Вилаши потом две частицы на него перекинете. Так, значит, что у нас там? Отдаю кровь вампира. Готовься, Айновен, массакру давать. Давай массакру. Все нормально. Все, Вилаша забирай. Частицы на Вилашу и дохиливайте через него уже. По 8000 автоатакой бью, блядь. 8370. Жесткий я получается. Шкаф там поставишь у гнилого. Че за квест на этой неделе? На синдру, наверное. Так, кровь в рейде кому-то нужна, у кого есть квест на кровь. Есть такие люди. Вилаша. А, точно. Помню, что тебе нужна. Так. Блять. Вилаша. Это параша. Надо кому-то. Кисти рук. Хаст МП5. Полная параша. Рарнику на распыл. Так. Шнурованный ремень. Это он реально, по-моему, говорил, ему надо, да? Если не ошибаюсь. Вроде как он говорил, что ему надо пояс на ханта. Да. Мульфицист зачем, не понимаю. Ну, поменять, потому что хастовый на критовый. Да не, лучше пускай хант. Ну, если надо, я лишь 200 кину. Так, сапоги исследователя чумы. Бисовые. Сапоги охуенные. Да. Так, там у Ванцента. У Ванцента этот самый не установлен дон. Ну, сейчас посмотрю по приору, кто выше всех. Какой дон не установлен? Ну, этот, как он называется? ЕП? Или установлен? Лутмастер, да. Установлен. А, что-то показалось. Так. Тебе не надо, что ли? Ты не нажимал ничего? Нет, у меня есть. Так, ну, получается, Вуд, вот этот тут маг. У него вообще ноль приоритета, блядь. Что, остальным никому не надо, что ли? Мне надо, но у меня ЕП нету. Ну, это кто говорит? Холи пал палайт. Это же такие же, как и взломанные, правильно понимаю? Да, да. Да, а, это похуй. Да похуй. Не, паладин. У меня в принципе самый... есть. Паладин перебьется. Сначала тканевики пусть забирают. Так, ну маг ГЦ, что-то где там. Вуд Флекс, какой-то новый маг, получается. Секундочку, а Эйфя для Йокель тоже хочет. Так. А ты нажимал что-то или у тебя дуна нету? У тебя даже ИП больше. Нет, я. Что-то завтыкал. Я думал. Ты завтыкал? А что ты завтыкал? Давай, маг, обратно эти тапки. У него 0 ЕП, ты завтыкал. Бедный маг. Все, посмотрел, пощупал, а дай другим. Не завтыкивайте, я там поставил 15 секунд. Там, ну, думайте быстрее. Так. 200 ГП. Сейчас, секунду, начислю ГП. Ой. Мы точно в целке? А что? Осколки не падают. А. Так. А что, они падают, да? Падают должны, да? Да. Не везет. Принимайте готовность.
Синтек, Зукля. Все готовы, даю отсчет. Кто будет? Я на боссе, как обычно, чилю. Угу. Я люблю чилить. А, игра за ДК танка, конечно, пиздец. Стоишь на одном месте, нажимаешь ЛПшку и все. То, что нужно, когда лагает. Там же СРСки, по-моему, падают на хули пала ноги. Ну, и стуки. Ну, так, да, да. Ну, еще с Толгорода падают. Вот этот слизняк, этот самый малый, вот он на ком там, на ханте, да? Мне кажется, даже... Как этого ханта зовут? Это не анреальный там? А, да, анреальный. Смотрите, тоже, когда на вас маленькие, разворачивайте их. Вот, вот этой залупы не должно быть. В гере такое будет, будет полная залупа. Отворачивайте их желательно к стене. Туда куда-то под краны. Потому что вот это заблевывать мелизону, вот эта лужа очень ненужная здесь. Маленькие плюют и еще большой плюют. Малифицист, это у тебя фурик получается такой скиллованный, да? ДДшник. Мощный удар. А, не, это арпс. Подожди, это фурик такой? Что-то да, не это фурик, некогда отличать из дамаза. Кровожадность вообще не в почете нынче. Когда-нибудь создам вара. Пока что я от него отдыхаю. Так он чантов с этого СТГ наловил. Угу. Сколько у чечарок? Одна или две? На Навара. Так, большой в центре, даю... Даю незыбку. Так, а чё там? Сколько? Там два? А, нормально еще. Теперь на нем 4, ну похуй. Так, бательский жезл. Кровь Вилаша, я так понимаю. Так, а у тебя это есть, да? А вот эта кровь никому другому не надо? Чего вы по одному лутаете? Сразу бы два сразу. Ну, где-то в Пугарейт, наверное, пошли, и там вайп, наверное, был. Поэтому так получилось. Ну-ка, я на вино отдастся? Не могу отправить, говорит. Унифицист. Я далеко просто. Рарнику. У него есть, наверное. Не, у меня зачем. Ну так, по приколу чисто. Мне даже не дает. Ну ладно, похуй, пускай лежит. Наручи. Топовые наручи. Наршам. У тебя есть акисы такие? 260-й Скаргер. Так. Тогда Рарнику. Плохие новости, народ. Меня не выпускает. Так. Давай мне кровь. Шип. Хелься, хелься. Что тебе дать? Кровь давай уже. А кто это? Кто это? Кто это? Айнавен. Там рядом стоим. А у тебя квест есть? Да, конечно. Сейчас попробую. Так. По приору получается 10%. Не, 10%, значит 50 смотрим. 50% бисер. Но у бисера какая-то параша, конечно, лучше бисеру закинуть. И объект. Хули это. Вюпсень. Остальные 10-50. Наконец ты жезл скинул, ебучий, блядь, пиздец.
О, отдалась. Ты хочешь сказать, на следующем рейде ты одну будешь кровь лутать? Ну да, получается. Херня какая-то. Это бесконечная цепочка. Надо на ком-то остановиться. Можно я здесь квест сделаю?